В конце августа в отдел МВД России по Солнечногорскому району поступило заявление о краже мобильного телефона из помещения одного из городских фитнес-центров. Стало известно и о краже ноутбука из торгового центра. По двум этим происшествиям были возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в частности, изучили записи камер наружного наблюдения. В результате было установлено, что к обеим кражам причастен гражданин Куракин, 28 лет, уроженец Брянска, неоднократно судимый, проживающий на территории соседнего Клинского района. Причастность Куракина к совершению преступлений доказана. Задержанный дал признательные показания по двум эпизодам, произошедшим в период с июля по август 2013 года. Как пояснил задержанный, похищенное продал неизвестным, деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время задержанный в соответствии со статьей номер 91 Уголовно-процессуального кодекса помещен в изолятор временного содержания отдела внутренних дел МВД России по Солнечногорскому району. Полицейские продолжают необходимые оперативно-следственные мероприятия, а подозреваемый по решению суда может отправиться в места лишения свободы на срок до 10 лет. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».